Привет всем! Вы на канале Рейман. Снова я у землянки. И вместе с вами продолжаю ее строить. Сегодня я собираюсь исправить все недочеты, которые вы мне указали. Комментариев было очень много. Спасибо вам большое. Очень приятно, что вы так внимательно смотрите все и комментируете. Я сейчас все поисправляю. И колосник переставлю, и сделаю зазоры между плитой, и стенку изолирую от печки. Все это я сделаю, все подготовился и принес. Сейчас я вам все покажу. Ну, во-первых, принес грибы, трутовики. Сейчас буду пробовать разжигать их и устанавливать в разных местах, потому что комаров просто море. Принес бензопилу, уровень. Зачем пила? Буду делать здесь проем для окна. Устанавливать сюда стекло, и поэтому хочу вырезать здесь. Плюс здесь подровняться, чтобы установить трубу. Кусок трубы, это которая будет здесь стоять постоянно стационарно. Так, что у меня здесь есть внутри? Внутри у меня кусок трубы, жестянки для нее вокруг оббивать. Окно. Вот такой пакет я сделал из двух стекол. У меня был старый разбитый пакет, я его обрезал и сделал такой вот небольшой. Потом принес такую плиту 5 мм, асбестоцементная плита, которая не горит. Пока я ее заложил, ее, плюс еще здесь будет потом жесть. Просто все принести невозможно. Я вчера принес это все за одну ходку. Но это было квест, можно сказать, испытание для меня. Намучился очень сильно. Эта плита, она хрупкая такая, ее нести вообще невозможно. Плюс стекло тяжелое, кусок этой трубы, короче, хватило мне вчера. И поэтому принесу эту кусок жести когда-нибудь в следующий раз. Мне это не горит. Сейчас стенка изолирована уже от печки. И думаю, что опасности уже печка не представляет для стены. Сегодня я исправлю. Сделаю здесь зазоры между плитой и печкой. Потом сделаю внутри колосник, тоже сделаю там с зазором. Плюс переставлю его. Я его положил наоборот, просто не думая вообще. Если честно, я собирался плиту и колосник вынимать. Я делать собирался, просто заложил все аккуратненько, чтобы потом аккуратно выпилить эту плиту, чтобы не было зазоров по бокам, чтобы это было красиво, аккуратненько. Просто гвоздем выцарапать, как раз будет зазор там 3-5 мм, плита выходила, но зато это было все ровненько и красиво, поэтому я ее монтировал сразу. А так у меня цель такая, я буду уходить отсюда с землянки и забирать эту плиту. Потому что пока я не знаю, что тут у меня местные, там недалеко здесь, в километрах 3-4 есть деревня. Придут они тут, вытащат, не вытащат, что это, все это разберут, не разберут, не знаю. Пока собираюсь все это вынимать и где-то прятать. Пока, конечно, никаких проблем не было, но все-таки это печка. Может, когда это все обгорит, уже будет обгоревшее, в золе, там, вымазанное, никому оно не понадобится. Но пока оно было новое, у меня была мысль это все вынять. Но я просто ушел и забыл про все это, потому что уже не мог здесь находиться, эти комары заели. Так, ну ладно, с этим разобрались, теперь надо разжечь грибы-трутовики, потому что ужасно просто здесь гул стоит. Просто гул. Они просто гудят. Похоже, они тут поселились. Теперь это не землянка моя. Она общественная, она для всех. Теперь здесь комары живут. Будем сейчас их выкуривать. Они, конечно, сухие, но немножечко там внутри сыроватые. Надеюсь, что они разгорятся. Я их сушил неделю. Ну, чтобы сказать, что они высохли совсем, конечно, нет. Но буду пробовать.
Ну что, отлично дымит. Вроде бы разгорелся. Сейчас посмотрим, как они будут разбегаться. Распалил я грибы. Вот так положил их тут внутри, они у меня дымят. И внутри здесь тоже положил. Вроде бы стало тише. Не намного, конечно, они все равно кусаются, но дым идет. Все, можно заниматься работой. Первым делом я исправлю, конечно, все, что тут мне написали, дорогие мои зрители. Вот и все. Плита снята. Здесь все, площадочка ровненькая, четенькая. Потом можно будет спокойно ложить сюда просто плиту. И все, и получится зазор. Как раз 4-5 миллиметра. И вокруг плиты будет более-менее все ровно. Так. Вот и колосник. Сейчас мы его переставим. Просто. Все. Прям как будто там и так и должно было быть. Все. Красота. Все, очистил плиту. Вот так вот ее установил. Теперь у меня здесь есть зазоры. Она будет двигаться. Можно даже их расширить. Думаю, зазора с гвоздь будет достаточно. Спасибо за совет. Дельные советы мне всегда пригодятся. Каюсь, я не подумал даже про зазор. Вот так вот. Где-то что-то потрескалось, потом подправим маленько. Вот так гриб интересно горит. Дымоуха хорошая от него. Я здесь сейчас смогу небольшой костерочек разложить прямо в печке. Попробуем. Да и погреется немножко она, потому что тут в землянке-то прохладненько вообще. Она и не сохнет даже.
Заодно трубы у меня нету вывода на улицу, поэтому сейчас тут подымим хорошенько, чтобы комары разлетелись. Надеюсь, они от дыма разбегутся. А то даже гриб сильно не помогает. Ох, погоняем сейчас комариков. О, из трубы повалил дым как. О, хорошо повалило.
супер. Эта часть трубы здесь будет стоять всегда. Сюда колено и выпуск из землянки.
Вот таким образом. Ну и там еще вверх. Конечно, много всяких переходников. Это плохо. Но что поделать, так сделал. Не хотелось мне делать там в потолке дырку. Показалось мне, что так будет лучше. Плюс труба будет там железная идти. Она тоже будет нагреваться, тепло давать. Думаю, что будет все хорошо. А насчет засорения трубы. Во-первых, она будет разбираться. Во-вторых, буду стараться березовые дрова, там, ну, лиственные. Заготовлю с осени. Ну, а глина не даст возможности загореться бревнам. Даже если труба будет очень горячая, думаю, что все это обойдется. Прихватил, когда найду хорошие досточки красивые, тогда прибью уже нормально. Во-первых, во-вторых, садить хочу стекло на пену, чтобы было плотненько все, не было ни щелей, ничего. Сейчас это окно смотрится, как будто бы здесь зеркало, потому что там в землянке очень темно, а здесь светло, поэтому кажется, что это зеркало. Ну классно, можно смотреться практически как зеркало. Потом его отмыть хорошенько. И будет еще и зеркало у меня. Ну а изнутри это выглядит как-то так. Потом еще подоконничек здесь. Подоконничек небольшой здесь прибью, чтобы что-нибудь можно было ставить. Здесь жесть будет. Здесь колено, соединение, и все. И можно будет пользоваться печкой. Конечно же, этих щелей не будет. Все это я законопачу. Приеду с пеной, запеню каждую щелочку. Все будет герметично и четко. Только в дверях будут маленькие зазоры, чтобы заходил сюда воздух. Вытяжка здесь есть. Ветра нету, костер не раздует по лесу, да и лес еще сырой, хоть и жарко на улице, но влажность такая высокая, что ужас, комары просто...
пытаюсь заделать дверной проем. Просто избавиться от комаров по-другому невозможно. Они здесь повсюду. Они не боятся даже ни гриба этого, ничего. Одна возможность — это забаррикадировать дверь. Поэтому пытаюсь как бы хоть как это сделать. Чего под рукой, с того и пытаюсь сделать дверь. Вот и настал долгожданный вечер. Буду ложиться спать. Наконец-то первый раз в землянке я буду спать как человек. Разденусь, тепло, забаррикадировал дверь, комаров нету, здесь горит гриб. Туман стоит, не знаю, хоть бы не угореть. Наверное, я его сейчас потушу. Надеюсь, что они сюда не залетят. Все-таки дверь как-то забаррикадирована. Буду ложиться. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Доброе утро. Ночью шел дождь. Спалось просто супер под дождь. Моя баррикада на дверь меня спасла. Комаров не было. Даже я гриб потушил. И никого нет вообще, тишина здесь. Супер. Не зря вчера целый день здесь гриб горел. Комары хотя бы не залетали. Костер залило водой. Сейчас комаров будет еще больше. Ну, вчерашняя жара — это было, конечно, очень. 27 градусов, без ветра, в лесу, тяжеловато. Я уже еле ноги тягал к вечеру. Сейчас завтракаю. Посмотрим, что еще можно сделать. Спички отсырели. Завтрака не будет, походу. А я пока займусь тут проемом этим дверным.
рулеточку забыл. Теперь надо так мучиться. Попробую бензопилой. Так, ну сейчас покажу вам, что у меня на сегодняшний день. Так, вчера я сделал трубу, вставил окно. Окно пока на соплях. Потом будет оно садиться на пену и наличником обиваться. Щели все тоже пеной законопатятся. Здесь сделал порог. Вот так я его сделал.
Здесь еще будет ступенька. Это пока проем дверной. Его надо будет вырезать так, как я вырезал окно. И сделать дверь. С печкой я вчера разобрался. Кстати, плиту и колосник я буду вынимать и прятать. Пока не буду рисковать. Трубу я поставил в железный короб. Внутри глина. Ничего не загорится. Цементно-асбестовая плита 5 мм сзади за печкой. И будет еще лист железа. Тоже, я думаю, ничего не загорится. Не переживайте. Плюс, я думаю, что я буду очень внимательным. Стараться контролировать все. Вот такие новшества у меня в землянке. Скоро будет дверь, и можно будет вообще спокойно ночевать. Лежанку я сделаю другую, конечно. Это же временная. Вы знаете, я ее принес из старого лагеря. Будет выше, будет другая. Ну и надо уже обустраивать землянку. Быт наводить. Ставить умывальник. Ставить какие-то диванчик здесь вот сделать. На террасе. Ну, короче, ну еще много есть чем заняться. Всем пока! Увидимся в следующем видео.